Говорит лауреат Нобелевской премии мира, академик Андрей Сахаров. Национальные проблемы в нашей стране являются очень острыми. Это наследие той системы, которая была сформирована при Сталине, система, в которой нации оказываются неравноправными между собой. Союзные нации, которые являются коренными в союзных республиках, оказываются в привилегированном положении, нации других республик оказываются как бы подчиненными. Это мы видим на многих примерах, например, даже автономные республики, такие как, например, Башкия, Татария, оказываются в гораздо худшем положении. Возникают разные сорта. Проблема крымских татар меня занимала уже очень давно. Мой друг, генерал Григоренко, принимал в этом большое участие, и как бы эстафета перешла ко мне, начиная с конца 70-го года, когда был организован комитет прав человека. Ко мне приходили многие представители народа крымских татар. Я хорошо знаю трагическую судьбу этого народа и пытался что-то сделать. Вместе с моей женой мы ездили в 1976 году на процесс Джамилева в Омск, и нас не пустили в зал суда так же, как и многих, как практически всех приехавших туда, кроме специально подобранных лиц. В 1971 году я написал письмо Брежнева, и после этого со мной беседовали мы в МВД. Это была вот первая официальная беседа о положении крымских татар. Тогда они ссылались на то, что Крым перешел по решению Хрущева в распоряжение Украинской ССР, и поэтому МОД-центр ничего не может сделать. Но это была, конечно, только отговорка. Каждая попытка высказать протест жестоко пресекалась властями. Говорит ветеран национального движения крымских татар Решат Джемилев. После 20-го съезда 1955 года, согласно принятого решения о возвращении депортированных народов на свои исконные земли, наш народ тогда обнадеялся на то, что действительно это решение претворится в жизнь, и ждал этого решения. Прошел год, 1956 год, никакого сдвига в этом деле не было. Поэтому, чтобы напомнить о существовании крымско-татарского народа, наш народ решил обратиться к партии и правительству. Хрущев категорически заявил о том, что Крым крымским татарам только через мой труд. А веками формировавшееся имперское мышление не считалось не только с волеизлиянием своих народов, но и всего мирового сообщества. Безликую массу пытались превратить русского и казаха, калмыка и литовца. А возвращение депортированных народов намеренно оттягивалось и заводилось в тупик. Но всегда находились смельчаки, которые, несмотря на преследование, пытались отстаивать правду. Не выдержав издевательств и лишений, некоторые из них заканчивали жизнь самосожжением. Народ помнит их имена. В 1987 году произошел очередной взрыв народного гнева. Крымские татары делегировали в Москву тысячи своих представителей. Волна протестов прокатилась и по другим городам. Все это происходило в то время, когда партия объявила всему миру об отказе от тоталитарного режима. Возвращающихся на родину крымских татар не остановить, местные власти чинили им всевозможные препятствия. Сносились пустые дома, куда могли заселиться возвращенцы. Запугивалось местное население. Продолжалось переиначивание истории, рушились памятники старины. Здесь, недалеко от Симферополя, некогда проходил караванный путь. Слышалась оживленная крымская речь, проводились народные празднества. Но нет сегодня рощи и залит бетоном родник. Все это сделано, как выразился представитель власти, чтобы татарского духа здесь не было. Села Донское Симферопольского района Ридвана Чарукова. Уже живу здесь 21 год. Но 21 год я тоскую о своей родине, о своей селе, Дегерменкое. Вот в 1989 году переехали, построили там лагерь, хотели остаться там жить, поднять культуру свое село. Через 1,5-2 месяца напали на нас 3 батальона милиции в вооруженном виде, 7 пожарных машин, 2 трактора, 1 эскаватор и 250 гражданского населения набрали всех бухариков, напоили и пустили на нас. Избили нас всех, 24 человек нас было, всех сбили. Особенно меня и брата моему достался сильно. свалили 6 милиционеров на землю мне, лицом били об землю, от грязной земли, говорили, вам крымская земля надо, изменники Родины, предатели, гадовы крымские татары, нажирайся крымской земли. Вот облсполкомов, горосполкомов ведут сессии, собрания ведут, конференции делают, что крымская татара приедет, им питания не хватит. Говорят, все упрекает нас в питании. Вот у меня одного, я один работаю в колхозе, у меня 130 барашек, 6 коз, 3 быка, 50 курей. Я могу содержать 10-11 семей в год, понимаете. Одной из причин, препятствующей возвращению крымских татар, называют перенаселенность полуострова. Тогда как в местах высылки этого народа сегодня плотность населения 4-5 раз выше, чем в Крыму. Переселенцы, наводнившие Крым после выселения коренных жителей, также стали жертвами командно-административной системы. Но хранят добрую память о крымских татарах люди, которые жили с ними до войны. Не забыл язык и добрые обычаи русская женщина, жительница села Скалистая, Ольга Корниясенко. Ольга Аптес, сіз татарларны яшадыңыз. Татар тілін білесіз ме? Білем. Айтайым. Мына татарлар келді, кеттілер, вислат еткен соң келелер, яшаймыз. Тек Шыныбек емен қуарамеларын келген. Мен асыл ақылма кемеді. Келерлер де біз дағы көршірміз деп ақылма кемеді. Не думала, не гадала, что судьба нас вновь сведет. Они мне как родные. Вместе вспоминаем прошлое. Да что вспоминать? Что было, то прошло. Давайте я вам лучше что-нибудь спою. Родина или смерть звучит в мирное время из уст каждого самовольно возвращающегося крымского татаря. Хотят вернуться в те районы, откуда они родом. Эти люди пытаются утвердиться в Кариеизе близ Ялты. Ровно 16 сентября наши соотечественники, где-то 98% из них уроженцы Большой Ялты, прибыли вот на это поле и на краю табачного поля разбили лагерь. Ровно через месяц уже пришли местные жители, как они говорят обычно, работники совхоза. Но в основном были там многие жители Краснокаменки, пришли громить наши домики, которые мы поставили на поле. Вы тоже видели, были участники? Да, я была поражена, как безжалостно, бесчеловечно. Даже я не знаю, как это передать. У меня сердце оборвалось, когда они начали эти наши домики переворачивать. Вы знаете, столько труда было в нем вложено, столько надежды. Я не могла без слез смотреть. Но потом у меня истерический смех был, как они, как из Лукоморья, 30 витязей прекрасных этих бронежилетчиков выстроили. Вы представляете, против горсточки людей. Дело в том, что мы пришли сюда с миром, и вообще мы хотели со всем населением жить мирно. Но коль землепользователь пришел и ставил свои условия, то мы поставили те условия, что именно остаться на этом табачном поле. Эта акция была запланирована уже заранее, были приготовлены все плакаты и были подвезены те люди, которые именно принимали акции в Дерменкое и принимали Гурзуфе, принимали разгром палачного городка в Ялте. Так что одна бригада. У нас есть фотографии, есть доказательства. То, что произошло, это один из наиболее последних ярких эпизодов в длинной цепи таких беззаконий в отношении народа нашего. И в общем-то, он очень четко показывает, что крымские татары с 1944 года и по сей момент, несмотря на все декларации, обещания, там, заявления официальных органов, по-прежнему находятся вне закона. Мы народ вне закона. Говорит член коллегии адвокатов Республики Татарстан Зубайда Ячин. Крымские татары преподносятся усилиями этих правоохранительных органов. Вот именно их усилия порождают у некоторой части населения такую мысль, что они личности, которые заранее с установленной криминогенной установкой. Все это очень ошибочное мнение, как в свое время одним махом весь народ причислили к предателям, теперь как будто собирается их причислить к преступникам, к преступному миру. Это было 2 дня назад. Мы с женой приехали на машине. Были в гостях, и буквально 10 метров пошли здесь по улице, и напротив моей калитки, когда начал открывать ворота, на меня набросили 4 человека, здоровых мужчин, избили меня, и ногами били, и при этом они говорили, что они татары, А так как сейчас идет такое... Все время говорят о татарах, о татарской проблеме. Я думаю, что это вызвано именно тем, что кто-то кому-то не нравится, что татары сюда будут приезжать, к нам в Крым. Меня избили, и видите, а все беды мои, все меня разорвали там на спине. Я не думаю, что это татары. Никогда в жизни не стали бы татары говорить, что это именно они меня бьют. Тем более, что у меня соседи татары, и очень хорошие отношения у нас. Очень хорошие отношения. Уходит в прошлое лозунг «Крым без крымских татар». Вот что говорит об этом председатель Севастопольского общества русской культуры Мария Сибелева. Наше общество русской культуры... отношение к крымско-татарскому населению и возвращение его в Крым приветствует. Приветствует и хотели бы на деле оказать посильную помощь. Крымско-татарское население действительно нуждается в помощи. Что такое переселиться, даже если в одном городе из квартиры в квартиру, а переехать из дальнего, как говорится, самое Средней Азии, переехать в Крым, это уже представляет, как говорится, большие расходы. Бесспорно, декларация, провозгласившая отмену всех дискриминационных актов по крымско-татарскому населению и в отношении всех национальностей, это веление времени, пугание сейчас некоторых местных властей. И я могу один из примеров привести, что если крымские татары приедут и они вас перережут, это, конечно, заявление, по крайней мере, бесчеловечное и безграмотное. Если Крым будет самостоятельной республикой, он действительно выиграет и в экономическом плане, и в плане в духовном, и в национальном. В любом он будет самостоятельным, он будет действительно богатым, и он будет самым мирным, потому что здесь будет всем жить хорошо, мирно, спокойно, без нагнетания национализма. Но говоря о том, что мы сегодня здесь видим на площади, я мог бы сказать, видимо, то, что эти люди сегодня могли бы здесь не собраться, если бы их проблемы, их вопросы с выделением земли оперативно решались бы здесь, в Крыму. Это в состоянии решить крымские власти. Но то, что они приурочили это к открытию 28-го съезда КПСС, я могу сказать только одно. Эти люди заблуждаются. И вот вчера делегат 28-го съезда Болдырев поднимал вопрос о том, чтобы повестку съезда включили необходимо, чтобы партия покаялась перед народом. Поскольку это, значит, предложение делегата Болдырева было отменено, я и делаю вывод, что, в общем-то, надежда на то, что 28-й, 29-й и последующий съезд, если они состоятся, будут решать национальные проблемы, они, в общем-то, ну, к сожалению, не оправдают. Член Государственной комиссии по возвращению крымских татар Рифат Чубаров. С родиной, родными и близкими, в Крым разрешили приехать группе крымских татар, проживающих в Турции. По некоторым данным, их сейчас там насчитывается более 5 миллионов человек. Говорит глава делегации Зафер Каратай. В составе нашей делегации 25 крымских татар. Некоторые из нас родились здесь, в Крыму, но по разным обстоятельствам попали за границу. В группе есть и внуки тех, предки которых были вынуждены бежать в Турцию в прошлых веках. В Крым приехали увидеть родную землю, встретиться с соотечественниками, установить дружеские контакты со всеми, кто понимает наш народ. Büyük bir yürekşiyle bağlı adamlar. Bunda tuğanlarımızı, vatanımızı, bundan halkımızı görmeye geldik. Культуры, народ исчезает как этнос. Для сохранения и того, и другого нужна естественная среда обитания, где этот язык и культура формировались. Древняя мелодия «Аш-Эле» вновь звучит там, где родилась несколько веков назад. Председатель Бахчисарайского районного исполнительного комитета Александр Таряник и председатель организации Крымско-татарского национального движения Мустафа Джемилев. Последние 45 лет, или с того момента, когда выселили крымских татар, произошли большие события в Крыму, я имею в виду переселение. Здесь появились люди, которые родились. Здесь 70% русского населения. И сейчас поставить вопрос о том, чтобы убрать отсюда, будем так грубо выражаясь, выселить назад и пустить крымских татар, это, видимо, неправомочно ни с той, ни с другой стороны. Ну, во-первых, по поводу того, что якобы нужно выселять русских, украинцев и заселять сюда крымских татар. Национальное движение крымских татар никогда так вопрос не ставило. Мы всегда считали, что в Крыму хватит места как русским, так и крымским татарам, в том числе украинцам и другим национальностям. Другое дело, что когда нам говорят, что вот Крым перенаселен, и вот для вас места нет, тогда у нас, естественно, возникает вопрос, как эти люди здесь оказались? Ведь правительство вербовало их, давало им какие-то дотации, переселяло их, иногда очень жульническими методами, лишало их каких-то там возможностей жить у себя на родине и переселяло именно в колонизаторскую политику преследовало. Если сейчас нам говорят, вот для вас нет места, потому что здесь русские, мы вправе поставить вопрос. Пусть эти люди вернутся к себе на родину. Я, как председатель располкома, не хочу брать на себя эту ответственность за возможное столкновение двух наций, двух населения здесь, которое будет проживать, но я не знаю, возьмете ли вы на себя такую ответственность. Мы же должны разумно и какой-то компромисс в этом вопросе поискать. Спустя год мы вновь встретились с ними. Таряник теперь работает директором местного эфира масличного совхоза. За прошедший год я бы не сказал, что многое изменилось положение крымских татар, разве только что их большее количество прибыло в наш район. Однако существенных сдвигов в этом пока еще не наблюдается. Правда, районные власти выделили участки для их определения места жительства. В частности, в нашем совхоззаводе выделено 500 участков, но кроме этого решения никакого подкрепления материальных средств не имеем. И нам на сегодняшний день необходимо большое количество ракушки, строительного материала, шифера и многого другого. Однако сейчас я не знаю, где это все взять. Я попробовал задать такой вопрос зампредседателя Совета Министров СССР товарищу Давуджиеву. Вот, реально оказать помощь 100 тысяч листов шифера на наш район. Однако был такой ответ, что а где их можно, мол, взять? Но если не можем мы найти сегодня во всей стране 100 тысяч листов шифера, если мы не можем найти несколько десятков тысяч кубов камня, несколько десятков тысяч древесины, мы, наверное, не можем решить эту проблему конкретно в данный момент, я так понимаю. Газет yalnız kırmızılığı darkalacak değildi. Tüm bizim vatandaşlar olduğu yerde darkalacak. Onun için bir kısmı kırım materyali olsun. В феврале 1991 года парламент Украины принял закон о воссоздании Крымской автономной Советско-социалистической республики в составе Украины. Решение, принятое на основе референдума в Крыму, но без учета мнения и участия его коренного населения, нисколько не сдвинуло с места проблему крымских татар. До сих пор не отменены репрессивные акты, нет юридической реабилитации полумиллионного народа. Все больше людей начинают понимать, что решение всех жизненно важных вопросов в стране находится в прямой зависимости от подлинного суверенитета личности. И как важно сейчас не забывать слова Андрея Дмитриевича Сахарова, сказанные на съемках этого фильма и обращенные к каждому из нас. Я думаю, что национально-конституционное устройство Советского Союза должно быть перестроена на основе союзного договора. Советский Союз – это, так как это и написано в Конституции, это добровольный союз суверенных республик. То есть республики должны вступить в Советский Союз на основе союзного договора, который бы определил, какую долю суверенитета каждая республика имеет, какую долю суверенитета они передают центральному правительству. Такие великие страны, как наша, не кончают самоубийством. Они находят выход из положения всегда. А если мы не разрешим национального, экономического, социального и политических вопросов в нашей стране, то это будет для нас самоубийство. Мы этого не можем себе позволить, этого не будет.